Здравствуйте, друзья! Мы снова находимся на территории спортивно-стрелкового клуба «Русское оружие». Инструктор по стрельбе Михаил поможет нам при стрелке двух карабинов. Постараемся выспросить у него самое главное, что необходимо знать каждому стрелку и охотнику. Я думаю, что будет интересно. Оставайтесь с нами. Вперед, друзья! С нами Михаил, наш товарищ и друг. Здравствуй, Миша. И сегодня мы хотим вам рассказать о том, как пристреливается нарезной карабин, как пристреливается оптика, которая поставлена на этот нарезной карабин. В данном случае у нас сейчас малокалиберная винтовка от компании ЧЗ. Это ЧЗ-457LRP, на которую мы поставили оптику от компании Миопта, оптика 6 Миопро 2,5 на 1,5 на 44. И Михаил нам, думаю, что великодушно расскажет конкретно свои все секреты, как он это делает. И начнем мы с того, что мы сейчас делаем просто 5 выстрелов для того, чтобы попасть в бумагу. Потому что эту оптику я уже пристрелял холодной пристрелкой, дедовским способом через канал ствола, а также используя лазерный патрон. Сейчас Михаил делает первые 5 выстрелов, и для того, чтобы уже приступить к конкретной пристрелке, мы подойдем к мишени, посмотрим, какие поправки нужно сделать, и нам Михаил все конкретно расскажет. Приступаем к стрельбе. Расстояние 50 метров, мишень грудная. Какие ощущения по спуску? Хороших, мягенький спуск, предсказуемый. Пять выстрелов сделали. Теперь хочу сразу тебя спросить про оптику. Как тебе сетка? Хорошая сетка для данного оружия? Да, тоника хорошая. Точечка тоника. Визуально, поставлен. Да, просветление хорошее. Ну, Миопта всегда было просветление. Для глаза приятно. И второй вопрос хотел тебе задать. У нас такая, как бы сказать, тактически спортивная версия. Ты видишь, даже планка сделана снизу для того, чтобы сделать подпоры. Регулируемый гребень приклада, регулируемый затыльник приклада. И самое интересное, что вот сейчас она поставляется уже с таким набалдашником резиновым, который одевается прямо на рукоять затвора. Как тебе было удобно с ним? Да, удобно. Можно нормально, даже, да? Не отрываясь, да, от мишени. Ну, у нас интересно, что у нас покупают достаточно много стрелков вот эти вот накладки. Теперь мы с тобой пойдем посмотрим на мишень, и там уже будем какие-то делать выводы. Ну что, хочу сказать про результат. Я вижу, что свою холодную пристрелку я сделал просто идеально. Если точка прицеливания у нас была... Точка прицеливания у меня, могу сказать, что была 0, центр 0. Я сразу, да, можем обозначить, да, что не центр. Точка прицеливания 0. Да. А у нас получается, что смещение идет немножко выше, левее. Да. Буквально сейчас померим линейкой. 5 сантиметров левее. Да, но если среднюю точку попадания мы берем, то 4 сантиметра ровно. Да, 4. И превышение по вертикали у нас порядка, я думаю, где-нибудь 1,5 сантиметра. 1,5 сантиметра. Да. Хорошо. Значит, тогда мы, наверное, сделаем пристрелку уже именно по этой мишени, да? Не будем портить. А проверочной будем 0, да, здесь. Мы говорим о том, что у нас на оптике Миопта на данном прицеле все написано один клик, это 1/4 МО. Да, для стрелка здесь все удобно, понятно. Всегда на всех практических прицелах пишется обозначение, да, сколько у нас цена клика, да, на определенную дистанцию, потому что здесь у нас в угловых минутах это величина угловая. На 50 метрах у нас написано здесь, в данном случае, один клик, 1/4 угловой минуты на 100 метров, да, это прорядка будет приблизительно 8 миллиметров с копейки, а на 50 метров это угловая величина, да, не забываем, это будет порядка 4 миллиметров. Да? Один клик, да, 4 миллиметра порядка, да, там надо будет посмотреть. Сейчас можно будет поправки внести, посмотреть, как это все отразится на мишени.
Напомню, что по горизонтали у нас 40 миллиметров, по вертикали где-то миллиметров 10-15. 15, да, порядка миллиметров. То есть, грубо говоря, если у нас по вертикали средняя точка попадания превышает 15 миллиметров, то мы делаем 3 клика вниз. Да? Здесь можно обратить внимание, что здесь стоит стрелочка up. Да? То есть это многие путают в зеркальном отображении. То есть здесь ничего не нужно выдумывать. Вот как написано, так и надо крутить. То есть если у нас превышение идет по вертикали на 15 миллиметров, то нам надо логично сделать 3 щелчка вниз. Против направления стрелочки, потому что стрелочка указывает, что мы против часовой мы поднимаем, да? Чтобы нам опустить среднюю точку попадания, надо по часовой стрелке сделать 3 щелчка. Давай, вот, где можно будет посмотреть здесь. Щелчки, кстати, очень удобные, отчетливые, не смазанные, как, ну, есть знаменитые бывает, даже да. марки, да. То есть делаем 3 щелчка вниз, опускаем СТП, и у нас отклонение по горизонтали идет 40 миллиметров. 40 миллиметров, да? 40 миллиметров, это 10 щелчков нужно сделать, будет правее. Также смотрим, что здесь у нас right, да, то есть против часовой стрелки также делаем 10 щелчков. Да, то есть здесь мы, соответственно, тому который у нас указан, right, то есть против часовой стрелки. Да, да. Ничего не надо додумывать, там думать, если мы повернем. Здесь, да, здесь да. все так. Это не с нового образца, на прицелах все, как написано, нужно следовать указаниям. То есть делаем 10 щелчков. Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И теперь снова делаем серию. Мы используем сегодня патрон от компании СК «Биатлон Спорт». Очень хороший, он все время хорошо летит у нас на всех стрельбах, мы его используем, и результат он показывает. Результат, кстати, очень хороший, и на 100 метров тоже, конечно, по прошлому видео видно. Стабильно он летит. Так, стреляем в ту же точку, в ноль с крестиком. Ноль с крестиком, да. по той же мишени, для того, чтобы уже воочию увидеть. Да, посмотреть, плюс-минус, может, один клик понадобится. Какие поправки нужно сделать? Ну, 3 выстрелов достаточно. Теперь мы пойдем посмотрим еще раз, как мы уже с поправками сделали. Да, посмотрим результат. Ну что, я вижу, что практически ты попал в тот крестик, который мы нарисовали в нуле. Я так понимаю, что он тебя немножко сбивал, потому что ноль, конечно, закрыт. Да, возможно, я когда первоначально стрелял, целился, ну, это часто так бывает, когда мы привязываемся к определенному месту, и когда мы потом уже меняем сам объект прицеливания, либо рисуем, уже по-другому глаз центруется, и, возможно, из-за этого небольшие отклонения здесь видно, да, что порядка как раз где-то 4 и есть. Возможно, можно один клик будет сделать вверх. Совершенно верно. Вот смотри, старая наша серия здесь. А эта серия чуть-чуть сместилась ниже, да. и буквально, если посмотреть, где-то на сантиметр сместилась средняя точка попадания, даже меньше, на полсантиметра от точки прицеливания. Да, да, один клик надо, возможно, сделать по вертикали вверх и, возможно, тоже вправо. Ну, да. это можно будет по контрольной мишени Конкретно посмотреть. По контрольной мишени. Тогда сейчас мы делаем 5 выстрелов в контрольную мишень уже после твоих вот этих минимальных поправок. Я да. думаю, что ты тоже будешь целиться, наверное, в середину нуля. Да, я в середину нуля буду да. целиться. Не буду пачкать тебе да, поршень. Да, да, давайте просто нолик отставим, да. Сейчас Михаил делает последние поправки. Мы пытаемся сделать 3 выстрела уже в среднюю мишень для получения результата. Да. Ты будешь стрелять в центр вот этой цифры 0. Сейчас сделаем, как договаривались, один клик вверх и один клик вправо у нас немного. Совершенно верно. Вот, и делаем также 3 выстрела в центральную мишень. Скажи, пожалуйста, Миш, а вот при стрельбе конкретно малокалиберной винтовкой, ты какие-то используешь специальные какие-то свои приемы, дыхание там? Да, я всегда стреляю на выдохе. На выдохе задерживаю дыхание. Где-то, если берем один цикл дыхания, да, до какого-то такого неприятного момента, я где-то 1/4 опускаю дыхание, задерживаю. Приблизительно у меня есть там
порядка 3-5 секунд там сделать выстрел до таких каких-то уже, когда может влиять вот эта задержка дыхания на выстрел. Ну и контролирую всегда спусковой крючок, то есть голова у меня находится здесь, то есть прицеливаюсь и контролирую спуск. Вот, прожатие спуска. Здесь самое главное обрабатывать спуск, и при этом это у нас выстрел, это идет всегда постоянно прицеливание, да, относительно марки нашего сетки, да, относительно. И это всегда процесс есть, мы видим, да, какие-то минимальные отклонения, и в этот промежуток времени нам нужно правильно обработать спуск. Это один из секретов, да, то есть на выдохе задерживаем дыхание, и прямо, как говорится, ментально мы находимся где-то вот здесь, то есть прямо контролируем. Приступаем к стрельбе на результат. Да, вы видите, друзья, что сегодня достаточно ветрено. Не сбивает тебя это вот? Немного, ну, нолик прыгает, вибрирует, да. Ну, вот она подпрыгивает, сама мишень, из-за этого вниз вперед. Вот сейчас немного по вертикали оторвался и выстрел. Да, получается, что погода внесла поправки. Значит, теперь стреляем в девятку, в сам кружочек от девятки, да? Давайте в кружочек девяточки. Ровно в кружочек девятки попал. Мы никуда не спешим. Главное, результат показать хороший. Да, вот такая ветреная погода внесла поправки в наши. Ну да, там небольшие, больше, да. Пойдемте посмотрим. Ну что, я думаю, что и ты, и я результатом очень довольны, потому что вот из-за того, что ветер, и у нас отрывчик небольшой был вот здесь. Да, она прыгает. Ну вот уже последняя серия получилась просто великолепно, ну практически пуля в пулю. Да, да. Молодец, Михаил, да. Спасибо тебе огромное. Конечно. Ну что, теперь приступим к отстрелу другой винтовки. Для этого перейдем уже на рампу 100 метров. Да, да, на 100 метров постреляем. Друзья, мы перешли на 100-метровую площадку с Михаилом. И сейчас будем пристреливать оптику, которая установлена у нас на Бергару. Это Бергара B14 HMR от компании Бергара из Испании. Оптику мы поставили, оптика 6 MiaPro 4.5x27x50 RD FFP. На такой прекрасный спуровский моноблок. Заодно хочу твои впечатления, Миша, об этом моноблоке услышать. Ну, хороший, качественный моноблок. Он достаточно, у него хороший, большой процент поверхности прилегания. Они очень хорошо фрезеруют, подгоняют это все. Вот, потому что еще присутствует, я так смотрю, уровень. Да, глазок специально для стрелков, для того, чтобы было сразу понятно, как находится винтовка. Да, относительно, ну, завал происходит, не происходит. Но это больше нам сегодня это не нужно, но больше на дальние дистанции. Вот. Потом у него очень хорошее у данного кронштейна идет крепление, да, не однотипно, то есть он, если снимать, ну, здесь такого особого быстросъемности нет, но все равно, если снимать, он его высокая процентная повторяемость, да, то есть не нужно бояться, что там смещение произойдет в средней точке попадания. Ну, приходилось тебе сталкиваться, конечно, с таким, да? Конечно, конечно. Значит, использовать мы сегодня для пристрелки будем патроны от компании Силер и Белот. Это пуля HPBT 10,9 грамма. И также мы стреляем на 100 метров. Делаем первую серию из трех выстрелов для того, чтобы определиться, куда мы попадаем. После холодной пристрелки мы, по идее, должны попасть в... Ну, дай бог, да, попадем в мишень. Для того, чтобы понять, какие сделать поправки. Ну да, так называемое, зацепиться за мишень. Делаем три выстрела. На мишень у нас специально в нижней части установлена, нарисована марочка. И ты сейчас целишься в нее? Да, в нижнюю прицельную марку.
какие ощущения от первого выстрела? Хорошие, мягенькие, хорошо амортизатор, тыльник отработал. Спуск мягенький. И сетка вот этого прицела? Сеточка хорошая, тоненькая, там с возможностью горизонтальными поправками стрелять по сетке выносом. Плюс здесь FFP, это First Plane Focal, ну то есть первая фокальная плоскость. Да-да, совершенно верно. То есть достаточно удобно целиться. Третий выстрел, теперь пойдем поспорим. Да, пойдемте посмотрим. Все, оружие разряжено, затворчик открыт. Ну что, Миш, я на самом деле сейчас пока не вижу. Целился ты сюда, да? Да. А, ну вот, превышение у нас получается, все три выстрела сюда попали, в самый край. Ну, очень кучненько, да. Здесь меньше хорошо, угловой что минуты. Попали, есть. То, по крайней да, мере, да, можем зацепились, поправки, можно да? будет посмотреть, да. Давай теперь померим. У нас получается где-то от центра точки попадания, средней точки, где-то 30 и еще 13 сантиметров. 43 сантиметра. 40. А по вертикали я вижу, что практически 0 в 0. Да, я думаю, ничего не будем пока делать, да. Посмотрим. Значит, сейчас сделаем еще несколько выстрелов для да? того, чтобы уже после поправок понять, куда лететь. Да, сейчас несем поправки и сделаем 3 выстрела тогда. Хорошо. Будем целиться тогда в центральную точку. Миш, сейчас мы делаем поправки. Как мы сейчас с тобой померили, по вертикали у нас 43 сантиметра отклонения от точки прицеливания в среднюю точку попадания. Скажи, пожалуйста, что ты делаешь? Ты сначала, я так понимаю, определяешь... Как, да, мы как смотрим, в каких здесь. Единицах измерения да, идет. Здесь на данном прицеле идет, если на прошлом на мелкокалиберной у нас было в угловых минутах, здесь в милах, миллидерианах. Вот. То есть 1 мил на 100 метров у нас равняется 10 сантиметров. То есть у нас 0,1 мил, это то есть 1 сантиметр в 10 миллиметров. То есть у нас идет превышение 43 сантиметра. Вот. Грубо говоря, сейчас сделаем 43 клика вниз. Также здесь на данном прицеле видно, что также обозначение стрелочка. То есть up это вверх у нас против часовой. Если бы у нас было понижение, мы бы крутили бы по стрелочке. А так как у нас превышение идет, мы крутим по часовой стрелочке в противоположную сторону, делаем... То есть, раз у нас один клик равен 10 миллиметров, мы делаем 43 клика. 43 клика, да, грубо говоря, да, надо. Все, давай считать вместе. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть еще вот 10. Здесь также есть на прицеле, обратите внимание, деление. Да, между делением 1 приблизительно 10. То есть мы можем сразу сместить на 0. Да, так у нас тут совпало, можно сказать. Это 40 и еще 3. Отлично. Вот так вот будет приблизительно. То есть при горизонтали мы не делали, у нас более-менее выверено. Как посмотрим, сейчас сделаем 3 выстрела, посмотрим, что мы получили. Хорошо. Делаем 3 выстрела. Пойдем посмотрим результаты, да? Ну, я так понимаю, что по горизонтальной поправке нужно какую-то сделать. А по вертикали я вижу буквально один клик. То есть скучность достаточно хорошая. Хорошая. Но нам нужно делать поправки. Поправки да. сам сейчас скажешь, какие. Да, да, скажу. Я думаю, что будем сразу на результат после поправок. Да, после поправок будем в эту мишеньку стрелять. А маркер у вас есть? Маркер есть. Я бы даже, знаете, как хотел бы немного коррективы, потому что сложно центрироваться. Потому что у нас марочка черненькая, и кружочек на черном плохо видно. Хорошо, а здесь будет, я увижу, что на прицеле черненький кружочек в центре. Отлично. Так будет более точнее сейчас. Хорошо, договорились. Сделаю. Так будет намного проще мне. Мы посмотрели, какие результаты дали вторые три выстрела. И сейчас ты сделаешь поправки, расскажи, какие.
Так, ну, у нас где-то понижение относительно точки прицельной, как мы видели по трем выстрелам по вертикали, идет 1 сантиметр приблизительно вниз. Вот, сделаем один клик вниз у нас. То получается. Есть эти 10 миллиметров сделаем? Один клик вверх, точнее, прошу вверх, прощения. Да, у нас занижение на 1 сантиметр. Да. Один клик. Вот. И по горизонтали, я так понимаю, небольшой отрывчик с моей стороны был. То есть его считать не будем. Где-то 2 сантиметра, я считаю, надо сделать будет левее. То есть 2 клика сделаем влево. Угу. Против направления right. Угу. То есть 1, 2. И все. И вот. Теперь я думаю, что сразу будем на результат стрелять уже в правую мишень. Туда, где ты нарисовал вот этот кружочек. Да. Пока заряжаешь, попутно сразу спрошу по поводу патронов. Вот HPBT действительно хорошо летят, да? Да. Лучше, ну, мы видели, особенно по первой серии, где я отрывчика не видел, там, может, плохо заметно, там, ну, куча 1.5 сантиметра, да, по трем выстрелов, не по 5. Сейчас я постараюсь тоже максимально кучно отстреляться. Третий выстрел. Все, третий закончили. Пойдемте посмотрим на результат. Оружие разряжено. Ну что, Миш, я уже издалека вижу, что результат просто великолепный. Да, спасибо. Я так понимаю, что первый один в один. Ну вот, да, вот мы как бы в спорте по ожогам видно, что один немного заходит, то есть два вот здесь и один последний. Я видел, что немного тоже дернул. Да. Давай вот посмотрим, какое расстояние. Линейка есть, а между центрами меньше сантиметра. Да. 8 миллиметров. Да. Так что это просто супер. Да. Очень хорошо, поздравляю. Да, не за что. Миш, я тебе предлагаю небольшой челлендж. Я, конечно, не стрелок, но я постараюсь, конечно, попадать. Такой результат мне не показать, но я вот сейчас рисую просто круги, и мы с тобой сделаем по 3 выстрела. Ты 3, и я 3. И посмотрим, какие результаты да, будут. Да, хорошо. Хорошо? Да, конечно. Первый выстрел. Три выстрела в верхнюю левую. Теперь делаем 3 выстрела в среднюю левую. Еще 3 выстрела по нижней левой. Я свою серию сделал. 9 выстрелов. Вертикаль левая, верхняя, средняя, нижняя. Теперь предлагаю тебе. Хорошо. Посмотрим, какой будет результат. Смотри, воспользовался твоим советом на выдохе. Мне очень понравилось. Вот эта пауза продолжается где-то 2, 3, 4, даже, может быть, 5 секунд, когда совершенно не колеблется марка. И мне очень понравилось, я в эти моменты пытался сделать выстрелы. Посмотрим, какие результаты будут. Что-то отрыв большой такой нашел. Может, патроны? Ну, сейчас. Три выстрела в правый верхний, теперь в средний. Отлично. И заряжаем еще 3 патрона. Точки и в нижнюю туда. Что-то отрывает сильно. Наш на там
Аж на 10 сантиметров почему-то. Нагрелся ствол, ты думаешь? Ну, что-то пошли, вот, я вот вижу. На 10 сантиметров так дернуть невозможно. Ну, сейчас. Или патрон. Либо патрон, другая партия, что-то другое. Потому что сейчас... Угу. Угу. Вот они стабильно-стабильно, какие-то отрывчики. Пойдемте посмотрим. Угу. Ты проиграл. Да, поздравляю. Либо ты мне поддавался, потому нет, что вот моя честно. Серия. Стрелял честно. Спасибо тебе большое. Да. Все аккуратненько. Ну, нам надо бы, да, ну, поправочку, может, один клик выше. Да, ну здесь одна угловая минута. Да. Одна угловая минута. Меньше даже. И даже меньше. Да. А у вас, Михаил... Есть отрывы. Ну, отрывчики, два отрыва здесь видно. Здесь один в один. Да, вижу. Один на один. Непонятно, либо я оторвал, либо патрон. Ясно. Но ну, все давай отрывы... будем рассчитывать на то, что все-таки ты стрелял вторым. Винтовка нагрелась, ствол нагрелся. Возможно, что это проблема либо ствола. Возможно, да, надо отстреливать либо серии. Партию патронов. Либо, да, взяли другую партию патронов. Может, где-то подотрывают. Это было очень познавательно и полезно, я думаю, для всех, кто смотрит наше видео. И мы впредь будем обращаться к тебе с такими просьбами, расскажем спасибо о других огромное. Интересных рада, помочь. Приемах стрельбы и угу. вообще о том, что необходимо знать стрелку и охотнику. Да, еще все. Раз спасибо, Миша. Все, спасибо большое. Всего доброго, друзья.